Клуб ролевых игр «Компас» создан для того, чтобы помочь молодежи в выборе профессии. За полтора месяца школьники прослушали порядка 10 лекций по различным направлениям, а также посетили экскурсии на промышленные предприятия города. Чтобы не потерять 5 лет просто так, да, и не учиться на ненужную, не нравившуюся, может быть, в будущем профессию, вот создан именно этот проект, профориентационный проект «Компас», который помогает школьникам еще перед поступлением в ВУЗ определиться с той профессией, которая им по душе. Перед участием в клубе более 70% школьников не могли определиться с будущей профессией. Но к концу курса сделали свой выбор более 80% учеников. В этом им помогли представители различных профессий, которые уже давно занимаются в своей сфере деятельности и достигли высоких результатов. Я могу огромное спасибо сказать преподавателям, потому что они не только как бы читают свою лекцию и уходят, они вкладывают в каждого из огромной аудитории, они вкладывают душу, они помогают определиться каждому. Проект «Компас» — это не только отличная мотивация к выбору профессии для школьников, но и огромный заряд энергии от общения с интересными людьми. Выпускники прошлых курсов зачастую приходят на торжественные мероприятия и вновь переживают яркие эмоции. Мы пришли сюда вообще сегодня с Яной, с подругой. Мы были в одной группе в том году, и просто получить заряд эмоций, которые мы получали в том году, мы пришли на закрытие, чтобы посмотреть на ребят, которые занимались в этом году. Клуб ролевых игр «Компас» — это городской социальный проект, эффективно работающий уже третий год. Впервые он был реализован весной 2011 года. Следующий курс занятий планируется провести этой весной.